Это еще что? Наши есть в воздухе. База ВВС, Эдвардс, Калифорния. Запросите центр. Они должны быть в курсе. У нас призрак. Это не ВВС. Связались с ЦРУ. Лэнгли на линии. Они решили, что это мы. Это не могут быть наши, сэр. Не ВМС. И не морпехи. Найдите, чей он. И дайте мне, наконец, его на экран. Цель не идентифицируется, сэр. Вызвать полковника Роудса из службы по разработке оружия. Мы пробили параметры объекта по всем базам данных, и ничего. Там ведется слежение на больших высотах. В зоне АВАК и Global Hawk. Он что, появился из ниоткуда? Как он пролетел и не попал на радары? Объект с минимальным отражением, сэр. Это стелс? Нет, сэр. Он крошечный. Похоже, это беспилотный объект. Полковник, что это за чертовщина? Беспилотный аппарат. 120 узлов. Верно. Я могу позвонить? Сержант, дайте канал. Алло? Тони? Кто это? Это Роудс. Извините, алло? Я сказал, это Роудс. Говори громче. Что это так гудит? Я еду с открытым верхом. Мне нужна твоя помощь. Забавно устроена жизнь, а? Да, обхохочешься. Только что был взорван склад с оружием в паре километров от места, где ты попал в плен. Ну, это же горячая точка. Похоже, кто-то перехватил у тебя работу. Почему ты так пыхтишь, Тони? Я бегаю в каньоне. Ты же едешь на машине. Да, я ехал в каньон побегать. А ты никаких там в каньоне НЛО не встречал? Нет. Призрак обнаружен. Рапторы на перехват. Ну и хорошо, а то мы здесь подловили одного и вот-вот взорвем к чертям собачьим. О, мне налево. База, на связи Вихрь-1. Призрак в зоне досягаемости. Вихрь-1, что это? Понятия не имею. Связаться пытались? Не отвечает, сэр. Готовьтесь к атаке. Разгон. Идет на сверхзвуке. Захват цели. Тепловая ракета сзади. Вспышки! Призрак выпустил вспышки. Потерял, сэр. И спутник тоже. Беспилотные так не летают. Что это? Я ничего не вижу. Что бы это ни было, ему крышка. С призраком покончено, сэр. Алло? Привет, Роуди, это я. Кто? Извини, это был я. Ты спрашивал, я отвечаю. Ну нет, это не игра. Нельзя запускать гражданские объекты в зоне военных действий, ты понимаешь? Это костюм, а не объект. Я внутри, я тут. Что? Это я! Что-то стало известно? Отметь координаты и возвращайся. Принято. У тебя под брюхом! Похоже на человека! Брось его! Крути! Крути! Он доложил, что сбит. Первый сбит. Катапультируйся! Катапультируйся! Вихрь один сбит. Вихрь два. Парашют видишь? Никак нет, сэр. Парашюта нет! Парашют заклинило. Вихрь 2 к атаке. Бери цель и сразу стреляй. Майор, мы не знаем, во что хотим стрелять. Отзовите Раптор. Он сбил F-22 в закрытой для полета в зоне. Вихрь, если вы захватили цель, стреляйте. Сэр, вы под прицелом. Нужен обманный маневр. Нет, вперед! Тони, как ты? Спасибо, спасибо. О боже, ты законченный псих. И должен мне самолет, понял?
Но вообще-то он начал первый. Ты заедешь ко мне посмотреть? Нет, 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 нет. Меня ты в это не втянешь. Что, по-твоему, я теперь скажу прессе? Авария на учениях. Вы ведь так мозги пудрите. Все не так просто.